Весь день льет дождь, дождь зануда, дождь зазнайка. Друзья, всем здравствуйте. У меня сегодня дождь, целый день. Я вернулась из Санкт-Петербурга уже домой. Сегодня хотела прополоть огород. Знаете, пришла после недельного отсутствия на огород, и как-то настроение мое совсем по нулям. Вот такая трава. У нас же долго не было дождей, и всю неделю лили дожди. Безостановочные фактически. И парилы, и граты, и молнии, и грозы. И в Питере то же самое. Я отсюда уехала с этой погодой и туда приехала. Хотели с мужем съездить на белые ночи, покататься на речных трамвайчиках. Какие трамвайчики? Ливни, грозы, грады. Там даже у нас ветер ураганный был. Женщина с ребенком погибли. Поэтому откладываем это мероприятие и за дело. Буду мыть окна. Чем моя вот любимая вот такая палочка-выручалочка, это автомобильная, покупала уже давно-давно. Здесь очень хорошая губка и резинка, то есть с ними вот за столько лет они вот как новенькие. Ну, средства, конечно, для мытья еще хочу показать, но я уже часть окон вымыла. Вот такая тряпочка, она грязненькая уже, вах-вах-вах, стирать надо, ну и пойдет стирку. Покупала она, знаете, для сантехники, по-моему, предназначена. Не помню где, наверное, в Галамарте покупала. Но как она хорошо моет окна. Вообще мой фаворит такой среди тряпочек по мытью окон. Вернее, окна-то я брызгаю и этой штукой, а когда вот разводы, вытираю вот уголки где-то, вот что-то, вот эта тряпочка незаменима. Но еще есть вот такая новенькая. Попробую вот эту тряпочку. Посмотрим, что будет. Еще у меня сейчас, пока буду мыть окна, у меня остывает рассол, буду делать малосольные огурцы. Не так, как обычно я делаю в пакетике или в какой-то емкости, безрассольные, а на этот раз делаю с рассолом. Вчера позвонил сын, ой, говорит: мама, я приеду. Я говорю: а что ты приедешь, что-то случилось? Он говорит: я ж тебя поздравлять приеду. А у меня день рождения, представляете, я забыла, что у меня день рождения. Ну, потому что жизнь вносит какие-то свои коррективы. Поэтому, конечно, приезжай, сынок. Всегда-всегда уж тебя всегда самый желанный гость у нас. Так что, представляете, забыла про свой день рождения. Ну, бывает такое. Вот, видите, удобно. Раз-раз. Очень хорошая губка, она очень хорошо отмывает. Прохожусь тряпочкой, снимаю вот это все. Мою-мою. Ну, ужас ужасный. Вот эти перчатки когда-то покупала в светофоре. Вот рыжий кот. Размер М. По размеру мне они нормально. Но когда же они закончатся? Сейчас мыла окно, 3 пары перчаток ушло. Это что такое? Это что за балаган? Вот такие перчатки они. Между пальцами вот здесь рвутся, на ладошке, ну а потом уже и кончики пальцев подтягиваются. Какой-то отврат отвратный вот эти перчатки. Выскочила за зеленью, за укропом на огород. В промежуток между дождями пробегаю мимо гортензии, смотрю, лежит моя красотка. Хотя она со всех сторон очень хорошо. С одной стороны, с северной она закрыта туями, с другой тоже хвойными, и с третьей стороны закрыта теплицей. Думала, ну там уже ее не застанет. Вот, выломала прям до самого основания. Когда ее выломала, не знаю. Ветром сломала, конечно же. Когда я дома была, или вот, может быть, сегодня. Не знаю, не хотела черенковать, уже взяла за правило, что в июле, ну, 1-2 еще можно, но после 10 точно ничего не черенковать. Нехороший был у меня пример в прошлом году, опыт. Ну, что делать?
Буду эту строубери блоссом черенковать. Куда ж девать-то? Такой побег жалко, жирненький. В общем, всегда нужно связывать гортензии. Всегда, ни на что не надеяться. Малосольные огурцы. Приехала после недельного отсутствия на даче. А у меня там куча переросших огурцов в теплице. Вчера сняла целый таз, подруга приходила, ее угостила. Ну, вот такие огурцы не идут, конечно, на квашение, на соление, да и на маринование вот такие не очень. Я, знаете, как их делаю? Я их режу вот так колечками, дольками такими и мариную. Поэтому, ну, первые огурчики, хочется малосольных. Сначала дождаться не можем, да, когда свежие, а потом не можем дождаться, ну, когда же мы малосольные сделаем. Не путайте соленые огурцы, квашеные с маринованными. Там, где мы добавляем одну соль, и три дня они у нас стоят, это квашеные огурцы. Там, где мы добавляем уксус, это делаем маринад, это маринованные огурцы. Ну, вот такие огурцы по размеру можно и засолить, и замариновать можно. Ну, я буду делать малосольные. Трехлитровая банка. Что, какая зелень буду добавлять? Ну, конечно, король огорода укроп, не у всех он удается, но тем не менее он укроп, ни одно соленье маринование у нас без укропа не обходится. Его величество укроп. Много его не люблю, но и когда мало, это тоже заметно, тоже не люблю. Одна крупная долька чеснока, вот один зубик, я его разрезала на две половинки. Много не надо добавлять, потому что чеснок имеет способность размягчать наши огурцы в банке, любые маринованные или соленые. Поэтому перекладывать чеснока не стоит. Дальше, конечно же, это лист черной смородины. Много не я не люблю много листа. Вот 4 небольших таких листика добавляю. Ну и, конечно же, кленовый лист. Но в данном случае хреновый лист. Лист хрена. Лучше брать там, где вот побольше вот эта прожилка идет. Вот. Ну, я какой сорвала, у нас дождь целый день, поэтому уже, знаете, бежать не захотелось. В другом месте у меня более такой, ух, ядреный хоренок растет. Все, и по соли, сейчас я вам скажу по соли, ой, насвинячила, конечно. На трехлитровую банку идет 1,5 литра рассола воды. Но любую банку, что вы делаете, огурцы, то есть если у вас литровая банка, значит 0,5 литра. Добавляете воды рассол. Если 2-литровый литр, 3-литровый, естественно, 1,5 литра. На 1,5 литра воды я добавляю 3 столовые ложки соли. Тоже вам продемонстрирую, что такое 3 столовые ложки соли. Можно, конечно, взять вот с такой горкой, но я беру очень средние. Вот небольшая горочка, фактически без горки, 3 столовые ложки соли на 1,5 литра воды. Помещаю туда соль, кипячу, остужаю и заливаю огурчики. Если хотите, чтобы огурцы замариновались, заквасились быстрее, то есть просолились быстрее, значит, рассол кипятим и горячим рассолом заливаем наши огурчики в банке. Мне это не надо, мне нужно, чтобы к концу недели они стали малосольными, мне процесс нужно растянуть, поэтому я буду делать, заливать просто охлажденной водой с солью. Кто-то вообще не кипятит, заливает сырой водой, но я предпочитаю все-таки прокипятить. Все, дальше сутки они у меня будут стоять здесь на кухне при комнатной температуре, дальше закрываю пластиковой крышкой и убираю в холодильник. Там 2-3 дня в холодильнике, и все, малосольные огурцы готовы. Кто-то ест на второй день, но мне не нравится. Мне кажется, они еще не просолились. Поэтому 3 дня это как минимум. Все.